Летом 1988 года Линком отправился на гастроли в Германию. Сразу после спектакля в Гамбурге Евгений Леонов почувствовал себя плохо. Душил сильный кашель. Врач предположил воспаление легких и срочно повез больного на рентген. В карете скорой помощи у Леонова остановилось сердце. И там с Евгением Павловичем случился вот этот сердечный приступ, клиническая смерть. Он там был между жизнью и смертью. Немецкие врачи смогли реанимировать актера прямо в машине. Дальше его ждала операция на сердце. Потом кома. Все это время рядом был сын Андрей. По совету врачей он разговаривал с отцом, читал стихи, пел. Евгений Павлович слышал Андрюшу. У них такая была любовь вот с Андрюшей, что он говорит, он меня, ну как сказать, тут вытащил. Любовь его вернула сына, да, он был ему нужен, он его притащил обратно.